момента появления первых технологических демок нового движка Unity, реальные проекты на его основе ожидали с большим нетерпением. И вот недавно вышедший Shadowgun позволил хорошенько рассмотреть все красоты технологичного движка. Помимо картинки, разработчики из Madfinger обещали также нелинейный сюжет и динамичный перестрел. Да, уровни получились линейными, перестрелки скучноватыми, но это все искупается картинкой. Графика просто завораживает, да вы и сами все видели. А полюбоваться скриншотами и узнать об игровом процессе побольше можно в обзоре на iPhones.ru.